Ну вот мы летим. Сначала в Калгари. Да. Это наш номер. Это я. Человек плывет в бассейне. Привет. Флорида, теплая Флорида. Это наш тропический садик возле наших корпусов. И тропинка вот эта, дорожка, которая ведет к бассейну. Взяли мы в рент машинку эту, Camry.
Чип, Коба. На маму посмотри точно. Welcome to Disney Springs. Мы приехали искать итальянское кафе. Ну пойдем. Я сейчас помню, как мы в Майами. Смотри, как красиво. Да. А теперь кино пошло. Да. Да? Welcome aboard this elevator. In just a few moments, you'll be on your way up to space 220 aboard the Centauri space station. Initiating in 3, 2, 1, liftoff. You're riding aboard the Mark 5 Stellavator, the latest in space elevator design and technology. Today, you'll have a spectacular view of Florida and the Eastern Seaboard. Оля путешествует в космосе. Принесли меню, пожалуйста, одевай очки и выбирай себе. No, this is artificial ground. Искусственная гравитация. Это уточка. А у меня бурака, сыр, я его очень люблю. Thank you.
Да, это вот они в космосе выращивают, да. Так, ну пойдемте. А теперь кино пошло. Мы только что побывали в космосе. Нормально. А люди это все преувеличивают. Там полет прошел нормально. Да. Была искусственная гравитация, и курица была вот такая. Все это. На фоне шара очень красиво. Саша, привет. Привет, меня зовут Саша. But now in German. Hello, my name is Sasha. Okay, thank you. Thank you very much.
pocket money, you know. Brandon, it's coming over here. Видишь, там сидят, пассажиры ждут. Welcome to America. Вот, мы по Японии идем. Класс. Какой раз я тебя на этом? Many of these around the world. These are just a few of the edible plants that have been an important source of nutrition for people living in the tropics. А это бананы, самая популярная еда на Земле. Common grains growing here: maize, sorghum, and millet, plus rice. Это рис. Мам, в школе мы учим про еду вообще-то. Да? А вот это шафран. The future of agriculture may include innovative ideas. Gathering.
symphony of us. To Center Park. It's not real though. А теперь пошло кино. А вон посмотри, Александр. Ты знаешь, откуда это персонаж? Нет. Слушай, он всех за тобой остановил, чтобы они не шли. Ультра вежливые люди, ультра. Супер. Юрий Евгеньевич, пару слов для прессы. Эмоции самые положительные. Когда вот заходишь на новый корабль, а он действительно новый, то душа поет, что я могу сказать. Welcome to the wonder of the seas, Royal Caribbean. Спасибо вам. Ваше имя, отчество? Лермонтов. Иосиф Виссарионович. А это 150 Центр Парк, в котором мы были в прошлый раз. Да, но там не очень как бы. Нормально. Ты помнишь, Александр? Мы были 150 Центр Парк. Это... Ну, пойдемте. Здесь мы будем наслаждаться вечерним моционом. Да, да. И вот я думаю, что здесь где-нибудь будут играть. Правильно, я ее люблю и да, дочь, мы двигаемся. Мы двигаемся, сзади двигатели включены. Мы отчаливаем. Мы сейчас пойдем наберем лимонад в стакан и пойдем куда-нибудь на палубу или еще куда-нибудь. Хорошо. Знаешь, где будет? Будет хорошо видно на 16-й деке. У тебя хорошая майка, будет. Спасибо. Морская такая.
Да. Это карнавал Виста. А куда это? Мы с тобой первый раз из Сан-Хуана, ага, на Карибе, на второй раз из Ванкувера на Гавайи. Все, понятно. А из Сан-Хуана мы же на принцессе ходили. Первый раз на принцессе, а в 2014 году мы ходили на карнавале в Вейлоре.
respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore o il mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante stasera. Мы на самом лучшем пляже, да? Да. Вот из всех, которых мы были, да? Ага. Тебе больше всех здесь нравится? Ну, мне тоже. Я разделяю с тобой. Тут нет никаких минусов. Только плюсы, да? Ага. Хорошо.
best part of the trip is our family. Yes. И сегодня был perfect day в Казахстане. Вот знаешь, лучше. Да, да, очень классный. Так, все, мы пошли на горку. Да, идите на горку. И вот уже в который раз Лариса Елена и Юрий Евгеньевич читают меню на круиз-шипе, чтобы приятно провести вечер. Тост! За все! За любовь! Да, for perfect day in Coco-Cay. That's a good thought. Ризотто? Я сегодня выбрала ризотто. Давай выпьем тост за наш круиз. Спасибо. За наш круиз. Каждый круиз все равно очень хорош. Все равно, вот как первый раз все ощущаешь, и радуешься и получаешь много удовольствия. Так что, как Лариса Елена сказала, тост за наш круиз. Да, пойдем сейчас чайку попьем. That you find in the windmills of your mind.
the circle that you find in the windmills of your mind. И еще один прекрасный вечер в Центр-парке. Я поднимаю этот бокал за мою маму. Сегодня у нее день рождения. Вау. Ей 104 года. Вы вот исполнилось. Так. И она радуется за всех нас. Вот так что я пью за свою мамочку. Я Олечке наснимаю.
Это наш Сент-Томас, любименький. Причаливаем. Вода такая красивая, да? Да, дочь. Эпохальный момент. Выходим на Сент-Томас нашей семьей. Наш знаменитый остров Сент-Томас. О, thank you. Вернулись мы с пляжа на корабль, очень хорошо провели время, скоро будем отплывать. Сегодня все в белой одежде, ну почти все. Трудного дня на пляже мы вот теперь пьем водичку. Раз, раз, два, три. Ну вот мы прибыли к острову Сент-Мартин, Филипсбург, город Голландия. Пойдем сегодня в Голландии на пляж купаться. Очень красивый, мы куда пойдем? Ну все, пошли.
I got a partner right here named Renee. He's going to hand out some maps. Inside of this map, it's a cool local store. You got to go check those down here. So inside of these maps, cool local stores. But on the front, this is jewelry store. Going to give you free stuff today if you want. We're going to give you a diamond charm bracelet and some Tanzanite earrings. Both of those are very real, but the catches are really small. We are known to be the smallest island in the world that shares two countries, Dutch and French. Тот уже отошел. На который мы пошли? Итальянский. Это нет. Викинг. Это викинг идет, норвежский. А тот еще стоял итальянский. Поездку на Гавайи. Хотите? Ну, с одним условием.
Вы со мной поедете? Да. Поплывете? Да. Ну, тогда все. Поедем? Да, мы в одной каюте будем хотите? Спать. Вы хотите, да? Ну, я, представляешь, не сговариваясь, я даже не знала, как сама пришла, говорит, наша, говорит, оделись в Карибию, приходи в караоке, нас. Так, ну все, доброй ночи. Давай, будем да, спать, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Хорошо. Сегодня день в море. Мы направляемся в Порт Канаверал. Дека номер 9. Дека 9, forward. Это наш коридорчик. Привет. Плывем к солнечным берегам Флориды. This room looks even better with you in it. Дорогие наши телезрители, следующий кадр натощак смотреть не рекомендуется. Аласка. Это что будет? Это какой-то заморский кастард. Banana cocoa. Очень такой заморский десерт, которого в Ванкувере никогда не попробовали. Понятно. А у тебя что? Red velvet cake. Как он? Вилвет как-то называется? Да, red velvet cake.
Очень хорошо. Almost. Rain in Center Park. Так, чтобы никто не попал, невозможно. Конечно, кто-то еще попал, но... Да, не важно. Важно, что мы на фоне замка Диснеевского. Bienvenidos.
make sure they take a seat, either on a lap or on the whip bench. Thank you. Just think of the extraordinary things to see and do in these woods. Hiking trails, bird calls, fireflies, and starry nights. For those disembarking, please watch your step and thanks for traveling with us. I hope you join us again real soon. Тайфун Лагун. Once again. Да, мы опять в Тайфун Лагун. С новым составом. Ой, смотри, тут нужно посмотреть. Да. Вау, видишь, какая волна там идет? Вот сюда. Вот, 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 вот. Absolutely right. Вот как действует Тайфун Лагун. Да, да, да. Красота, дочь. Но это пока что только самое начало. Бамбук такой растет. Мощный. Бамбук, бамбук, там бамбук. Да, дочь. Ну пойдемте. Keeping your hands, arms, feet, and legs inside the train. Sit all the way back against the bench, and please be sure to watch your children. Asante. Showcasing amazing animals and the places they call home.
This park creates experiences that inspire our guests and provide opportunities to join us in protecting our precious planet. Here, the future of animals and their stories are always a new adventure, growing and waiting to be explored. Pooh Bear, Digger, Eeyore, Piglet, and Kanga. Over the years, I think somewhere in the mid-1930s. Maybe one day we might find him, but find her. She's in the first little enclosure just above the Garden Gate gift shop. Very streamlined looking, but birds and pigs are on the endangered species list. Super, super light. But it's swinging around almost like a question mark. Это алоэ настоящее. Приветствую вас. Бостон Лобстер Фист уже в очередной раз. В очередном вакейшн. Я очень люблю этот ресторан. И у нас в Канаде такого нет, только в Америке. Да. Я мечтала об этом
моменте, когда мы все вместе придем и будем наяривать лобстеров сколько хотим, потому да. что это баффет. Доченька наша крабов упоминает. Шат, лобстер, да. какие-то там ракушечки. О, вот это... эти ракушечки мне надо найти. Пойдем, я тебе покажу, да. Да, у меня тоже лобстер, я взял, но другие ракушечки. Александр с вниманием смотрит, как Коля... Процесс. Да. Ну, это процесс такой сложный. Мы сделали заключительный аккорд. Disney Gift Outlet, да. купили сувениры, шляпку, духи. Все, заключительный Все. Аккорд, да, поели лобстеров. И теперь на память хотим снять этот магазинчик. Остров лобстеров. А это нас машинка тут возит во Флориде уже 2 недели. Camry. International Airport.